Легкое движение руки и гидравлические испытания трубопровода отопления стартовали. Все внимание специалистов приковано к насосу и манометру. В данный момент мы подключили насос для гидравлических испытаний, который нагнетает избыточное давление в трубопроводы. А на данный трубопровод это идет подача, соответственно, и обратный трубопровод в котельную. А здесь мы видим манометр, по которому мы контролируем именно испытуемое давление, которое нагнетаем. Это давление у нас составляет 10 кг на сантиметр квадратный. Задача на сегодня – проверить прочность и плотность трубопровода котельной «Воденцова-1». Объект новый, полностью автоматизирован, но оценить его состояние могут только специалисты. Мы накачали 10 килограмм на сантиметр квадратный, и мы ждем 10 минут, соответственно, что полагает правилам тепловых энергоустановок, 10 минут выдержать под этим давлением. Если 10 минут выдержало под этим давлением, значит, испытания успешные. Подготовка к отопительному сезону в Одинцовском округе в разгаре. Гидравлические испытания – ее обязательная часть. Они пройдут во всех котельных муниципалитета по заранее утвержденному графику. Он совпадает с отключением горячей воды в жилых домах. Также дополнительно будет сделан комплекс мер по подготовке именно котлов, оборудования, заменена запорная арматура, заменены датчики, контрольные приборы, чистка необходимого оборудования, ремонт газового оборудования. Все это делается в промежуток именно 2 недели с остановом для того, чтобы подготовить полностью котельную. Если в ходе испытаний будут выявлены проблемы, специалисты приступят к их устранению. На это у них будет 2 недели. Все котельные муниципалитета по плану будут готовы к отопительному сезону в начале сентября. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».